Всем привет, друзья! С вами Малдер вновь. Это второй стрим за сегодня. Сегодня поиграем. Сегодня, блядь. Второй игрой будет у нас Dirt 5. Дополнение очередное. Uproar Content Pack оно называется. Energy мы прошли. Основную игру тоже прошли. Давайте покатаем здесь. Спринт, сколько тут? Тут 75 медалек, я думаю. Мы за сегодня все не пройдем, это точно. Тут потребуется где-то 2,5 часа, как на предыдущее дополнение. Ну, я так думаю, во всяком случае. Мы с вами поиграем часик, наверное. И хорош на сегодня. Спринт, погнали, попробуем. Что у нас тут за спринт? Так, Цитрамон, какие-то новые тачки тут, кстати, наверное, должны быть. А может быть, не должны. Нет, новых тачек нету. Поэтому мы выберем... Что тут еще есть? Выберем его. Его. Здесь, наверное... Я, кстати, не знаю, тут лед, блядь, или чего? Может, тут и льда-то нету, блядь? East Mitten Rivers. Rivers. Аризона, Америка. Тут, кстати... Так, 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 нет, тут льда-то вроде нету. Дождик есть, льда нету. Так что, поехали. Грязь, то, что нужно. То, что нужно, блядь, заебал. Я не знаю, как сделать, чтобы у меня камера не переключалась, блядь. Сейчас вот специально попробовал. Там в настройках нет такой хуйни. Как это исправить? Тут что, круговая трасса, что ли? О, бляха-муха. Круговая трасса. Всего-то навсего. Несколько кружочков пройти, а если быть точным, то 5. Цитрамон прекрасно справляется с данной трассой. Шоу началось. It's show time. Шоу началось. Кстати, Зера, в игре ты не знаешь, есть ли, блядь, это самое? Уровень сложности, блядь. Тут, блядь, что-то как-то нахуй вообще играть неинтересно, на самом деле. По-моему, ваше здоровье. Она говорит, скелет ZeroX, закинувшись коньячиной, блядь. По-моему, вроде что-то было где-то. А может и не было, может это вначале надо выбирать, блядь. Что-то я вот не помню ни хера вот этого момента, на самом деле. Так, последний круг, он самый важный. Так, как бы я сказал. Последний круг, где еще поворот? Говнасос сейчас мне в личку наебывает, блядь. Смотри, смотри, Собол стрим запустил. У него тоже, блядь, не на весь экран, блядь. Сука, это мразь завистливая, блядь. Никак не может успокоиться, блядь. Блядь, говнасос ебливый. Запомни, блядь, шашлык на 3 головы выше тебя в развитии, долбоеба, блядь. Запомни это, чучело ебучее. Так, ёрш, сейчас Зера блеванет от мастерства Горького. Это точно, справедливо, заметил ёрш. У него и камера есть, и микрофон есть, и игры он покупает, и стрим запускает, блядь, и работает нахуй, не сидит у матери на шее. Ты чепушила, блядь, просто по сравнению с ним. Запомни это, чмо ебучее. Ой, блядь, я бы Малдера нагнул по полной, нахуй. Чего? Есть, конечно, а где? Погоди, есть, конечно, это ты, я так понимаю, про эту самую. А где это, блядь, смотрится-то, нахуй? Так, 3 медали мы получили, карьеры. А, может, профили? Так, стат, что такое? Нет, это не то, плеер карт. Какие-то карточки игрока. Регион settings, вот, онлайн. Input setting, нет, это не то, драйвинг. А, у меня в рехард стоит. Карьера, да-да-да, слово, вот это слово, в рехард. А у Zero 100 пудов изи стоит, блядь. Я уверен в этом. Я просто в этом уверен. Zero, это просто не уровень Zero, блядь, играть на Very Hard, блядь. Так. Так, что там? Zero, ты ориентацию сменил, что ли? Малдер, оставь покой. Раздвигай булки, ешь. Zero всех перегнал по качеству стримов. Шашлык на 200% в головасти этого обмутка лысого. Ну сейчас стрим запустил, Собол фифу, не на пол экрана, блядь. О чем это говорит говносос? То, что чепушила тупорылая, нахуй. Кстати, ну подождите, а здесь же есть это самое? Раскраска, я вот хотел посмотреть. Как это сделать? И clear.
Погоди, clear я не хочу. А как clear ты? А, вот, clear. Create. Есть ли тут готовые-то, нахуй? Тут, по-моему, готовые 50 тысяч, нахуй. Что, блин, ёбнулись совсем. Готовые раскраски. Как бы ебануть бы ее. Спонсор. Нет тут нихуя, походу. Зерах, ты извращуга, блин. И то на 4 минуты стрим пробный, и все. Ты такого даже запустить не можешь, лошадь, блядь. Ебливая, нахуй. Так. Save and quit. Так, сейчас мы глянем. Че, я покрасил, что ли? Ладно, хуй с ним. Я не хочу, на самом деле, на ланч ехать. У нас тут что есть? У нас тут есть... Субару есть. Вот, Zero X вчера я видел. Не понравился ему этот автомобиль, блядь. А мы на ТТ катались, блядь, или нет? Lotus сейчас возьмем. Lotus Exige. Или Porsche, нахуй. Porsche Taycan Turbo, блядь. 760. Одна кобыла, блядь. Опа, вот это я проебал момент. Вот это ты, мама, проебал. Ну, ты проебал одну гонку всего. Так что не страшно. Обмудок лысый, ты лучше полэкрана или не полэкрана? Что-то лучше, полэкрана или не полэкрана? Как думаешь, Фокс, почему у Соболу ВБС не захватила FIFA? Потому что настроить ее надо, чучело ебливое, нахуй. Нужно брать отгул, пишет скелет Zero X. Поехали на Porsche прокатим. Чего ты сделать, говнасос ебливый? Не в состоянии, в принципе, блядь, потому что у тебя мозгов нету вообще, нахуй. Тут ты тупорылый, блядь. У меня в одном стрим упал, спрашивает псих. У меня все работает. У меня все работает. Возможно, у тебя у одного, а может быть, нет. Так, да, пишет Зера. Значит, у тебя у одного стрим упал. Так, посмотрим на 760 кобыл в виде Porsche, блять. Сейчас посмотрим, как зачирикает у нас скелет Zero X. Блять, нихуя себе вот это. Так, я понял, газ отпускать нельзя вообще. Сложность very hard, как мы сейчас увидели. Не изи, как у куйбышевского товарища. Не изи нихуя. Куйбышев, блядь, не способен проехать на Very Hard'е, блядь. Блядь, звук какой интересный. Чё, как, блядь, троллейбус едешь, ну. Воу, так, тихо, я знаю эту трассу. Я ее знаю. Хуяк. А сегодня футбол в 10, блядь, так что... Что-то забыл совсем уж про него. Так, ну он едет, кстати, бодрячково, я бы сказал. Бодро, бодро. Ёж, наливай! Коньяк овладел разумом Zero X'а. Этот у меня, кстати, ты сейчас тоже подлагнул, блядь, маленько. Так, вы там пишите, если будет там подлагивать, нахуй. Я перерендерю, блядь. Если не будет, то не будет, блядь, снег какой, нахуй. Бля, к нему, кстати, притащиться можно, он охуительный будет. Тяжеловат. Тяжеловат, конечно, паршец, но... Но, сука, он неплох вроде как. Газик, на нахуй. Заехали поворот. Так, газик, хуяк. Ай. Хуяк, заехали еще поворот. Да и, суки, выключите снег, нахуй. Не видать из-за него ни пизды. Какой звук, сука, у него. Я не знаю, вам слышно, нет ли, блин? Как на трюме на троллейбусе едешь, как он. Так, поворот. Отлично, газик не сбрасываем. Не сбрасываем, суку, тут надо притормозить. Тяжеловато корыто, блядь, но мы справляемся. И не с такими справлялись. Уж куда уж нам. Куда уж нам. Так, поворот есть. Тормозим, газик, отлично прошли. Опа, за ворот, тут два круга все, ебаный рот. Так Тайкан же полностью электрический, он электрический, да? А я что-то не знаю, я уж, блин, псих, я уж, блядь, что-то настолько отошел от этой автомобильной тематики, я ни за новостями не слежу, ничего. Я даже сейчас Жигули, на самом деле, не отличу от другой тачки, блядь. Я тебе отвечаю, блядь.
Тут иду, блядь, короче, по улице. А это Веста, что ли? Веста, блядь, ебучая. Я смотрю, что-то, блядь, машина, как машина вроде какая-то. Типа Кей что-то стоит, блядь. Хоп, значок, блядь, ладовский, нахуй. Я себя думаю, блядь. Какой поворот, блядь. Так, в понедельник Зера будет бить рекорды Малдера, блядь. Завтра Зера будет рыгать, блядь, с Бадунина. Со страшенной коньяком, да. Говоря, плохо-то как. Куйбышев тебя вздул на изи, и ты приехал первым. Так, чё? Чё там базарит пьяный Куйбышев? Нестыковочка от Малдера. Какая, блядь, о чём ты говоришь? Эй, эй, куда нахуй? Мы что-то прошли. Так, вздул на изи, и ты приехал первым. Ну, всё верно. Вздул, как меня вздул на изи, блядь. Ну, изи-то без разницы, там по времени, блядь, этот самый. И на время игра-то идет, блядь. Хоть на изи, хоть на... Ой, блядь. Сука, не люблю вот эту хуйню, нахуй. Это по горам сейчас. Марокко. Дейтс Джордж. Горч. Сука, еще ночью, нахуй. Еще и ночью. Ну, так я тебя по времени порвал. Тебе приснилось, блядь. Тебе приснилось. Я вчера чего не зайду, все время, блядь. Ты как открываешь статистику. Все время я первый был, блядь. Все время скелет, блядь. Так что не пиздоболь, блядь, нам тут. Не пиздобольский Куйбышев. Блядь, поворот нахуй. Ой, блядь. Тихо, открой глаза, блядь. Открыть глаза, блядь. Опа, нахуй. Все, норм. Нормально, едем. Сука, тихо, тут стена, блядь. Летим, нахуй. Малдер опять пиздит, нахуй. Как, блядь? Малдер никогда не пиздит, нахуй. Так. Куда ехать-то, нахуй? Так, взбираемся в горку, блядь. Да какого хуя? По какой хрен здесь ты поехал? Давай, поворачивай, говно. Блядь, не люблю вот эту машину. Мне даже вот этот трактор тоже зеленый больше нравится. Там неуправляемый, когда со здоровыми колесами, блядь. Чем вот это говно, блядь. Или трасса, или тут просто так. Да нет, трасса-то нормальная, блядь. Что-то камни, блядь. Больше нет нихуя. Так. Тихо. Мы не будем подпрыгивать, потому что на прыжке теряется очень много скорости. Так, поворот, есть поворот. Газ-то, блядь, страшный, нажать полный, блядь. Так, эй! Чуть не клюнули. Ну чё, говнозас, ты в своё оправдание скажешь по поводу того, что шашлык, блядь, в миллион раз умнее тебя, блядь. Хотя у него справка есть, блядь. О том, что он не здрав. Или что-то еще будешь сейчас мемлить, блядь. А вот он, блядь. А вот у него, нахуй. А вот у него. А у тебя вообще нихуя, блядь. Так, как в фильме Ви. Поднимите мне веки, блядь. А саратовский БДСМщик поддакивает хозяина, нахуй, пишет Куйбышев, нахуй. Ой, блядь. Так. Куйбышев просто завидно, что у него на стриме не так болеют за него, нахуй, как за меня. Ваше здоровье. Соболь, чуть меня умнее, конечно. Ничуть, членосос дебильный, ничуть, нахуй. Ничуть. Это как земля и небо, блядь.
придурок, нахуй. Так. Че тут? Эх, блядь. Во, возьмем. Порш мне понравился, нахуй. Собака у меня тема, пишет Зера, блядь. Действительно, нахуй. Действительно. Вон опять лайки пропали, блядь. Сука, что за ютуб ебланский, нахуй. Охуительно, блядь, работает все. Так. Было 5, блядь, стало 1, нахуй. Охуеть, как тут, как пиздец, нахуй. Когда-нибудь этот ютуб, нахуй, вообще починит, блядь. Говнасос, ты лайк поставил, блядь, чепушила, нахуй. Ебланская, нахуй. Чмо неблагодарная, нахуй. А? Так, тихо. Спокойно. Блять, Порш. Вообще нормально рулится, блядь. Вообще красавелла, блядь, а не Порш. 924-й, блядь. Охуенный Порш. Лучше, блядь, 920. Ой, господи, блядь, нахуй. Чего несу? 911. Лучший Порш, блядь. По крайней мере, в игре, блядь. Конечно, классика считается 911, блядь. Ну, это только из-за кузова, нахуй. Хуяк! Хуяк, нахуй! Ага, есть! Так, вообще, блядь, шикарная машина! ZRX тебе стоит попробовать, нахуй! Возможно, у тебя на нем что-то получится, блядь! Я, конечно, сильно сомневаюсь, но... А вдруг? А вдруг еще не все потеряно? Блять, ты смотри-ка. У, я себе такой же Порш, нахуй. Так, Соба только FIFA стримит, а Dirt 5 не хочет играть. Да, лайк поставил. Ты только что это поставил, чепушила, нахуй. Мне похуй на них, конечно. Это я уж так. Так, стоять. Ну-ка, Зера. Что я хотел сказать, забыл, блять. Фриман, блядь, хуярит на Порше, блядь. Из халфы, блядь. У меня на всех машинах идеальная езда, блядь. Господи, блядь. Это вчера мне все... Господи, в чем я говорю, блядь. Вчера все жаловался. Я там на каком-то... На какой-то тачке, блядь, катал. Не нравится мне ему машина. Какой-то пикап. Здоровый, блядь. Тяжелый, но мощный достаточно, блядь. С 1100 кобылами, блядь. Не нравится мне, не нравится. Весь всю, короче, гонку ныл, блядь, что она ему не нравится, она. Всю гонку ныл, блядь, скелет ZRX, что она ему не нравится, нахуй. А сейчас нам вон как поет, блядь. Он как запевает. Лживая, лысая чепушила, блядь. Вот это да. Это про говнососа. А еще и завистливая, блядь. Плюс ко всему, нахуй. Еще и завистливая, блядь. Абсолютно ни на что не способная, нахуй. Живущая, блядь, за батин счет, нахуй. Блядь, подожди, ну как надо нам из воды-то выйти, блядь? Хорош, нахуй. В воде вообще гонять не вариант, нахуй. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тихо, не подталкивай, дядя, блядь. Ай-яй-яй. О, стиль ZRX вот сейчас продемонстрирован был. Он все гонки так проходит. По стенке, блядь. Каждый поворот, блядь. Бля, чё я затормозил как рано? Ну нахуй, ну ладно, тихо, нормально. Да как ты, блядь, сука, я газ нажал точно так же, как и ты, нахуй, пидор. Блядь, финиш, что ли? Да ну нахуй. Ух, печально, блядь. Так, кстати, Зер, все тачки Малдера не понравились, на которых гонял. Но все-таки часть тачек купил, блядь. Серебряный кусок говна, нахуй. Что мы слышим, блядь. А как же только что предыдущее сообщение про идеальную езду на всех машинах? Как там ты написал? Нестыковочка. От ZRX, нахуй. Нестыковочка. От ZRX, блядь. Пиздобольский Куйбышев, нахуй. Опять нам подпизживает.
Всадили Малдору, как обычно. А уж сколько раз тебе вчера всаживали, блядь. Я видел, блядь. Я ведь все видел. Практически, на, пока не уснул. Ну, я, кстати, когда проснулся, тоже пришел, блядь. Запечатлеть, блядь. Да ладно, нахуй. Ой-ой-ой. Я вон об этот самый. Абстратус, блядь, затормозил. Ой-ой-ой. Ну, просто это, рассосались, блядь, пидоры. Фиат. 131 рулит. Блядь, кстати, на 131 здесь вообще заебись было бы. Он мощный, нахуй. Ебанутая машина, блядь. И верткий такой, блядь. Ох, нахуй, пролетели, блядь. Улетели навсегда. Мамонт, пиши, мамонт. Так, не будете писать, сейчас говнососа в Дискорд, блядь, обратно возьму, нахуй. Тру-ту-ту-ту. И музыка должна как-то какому тяжастика, блядь, последовать, нахуй. Блядь, твою мать. Сука. Я, блядь, его устрою я вам, блядь. Вот это поворот, блядь. Это, блядь, худшее. Это, такого даже маньяк, блядь, не придумает, наверное. Даже этот самый, как его, господи, из молчания ягнят, наверное. Не придумает. Даже пила, блядь, не придумает из его фильмов. Такой боли, блядь. Ай, блядь, из психа как раз про говнососа, блядь. У мамы ты хобот втянулся, блядь, после такой новости, блядь. Ой, блядь. Мам, там, ну, быстро напиши хоть слово, то говнасос вернется под музыку Майкла Майерса из фильма «Хэллоуин», блядь. Ёбаный рот, нахуй. Так, все, едем, хорош, нахуй. Так, глаза, блядь, давайте смотрите на дорогу. Да, блядь, ты заебал, нахуй, опять что ли этот? Или другой ли, нахуй? Гондончик, нахуй. Так, нормально. Ну, ой-ой-ой-ой. Так, маленько шаркнули, блядь. Не страшно. Так, это ужас, блядь. Тихо-т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 ихо
Поедем по берегу, блядь. Потому что там посередине вообще машина прям очень сильно тормозит. Из-за воды. Так, подгазовываем маленько. Все, нормально, оторвались. Нормально оторвались. Ой-ой-ой-ой. Одна ошибка и все тут, блядь. Весь наш отрыв по пизде пойдет, по-моему. Право слово, блядь. Спокуха. Спокойно. Все, первый, блядь. Ну, кстати, я не сильно-то оторвался, блядь. А у Зера наверняка сложность какая-то другая, блядь. Он там, блядь, отрывался, нахуй, я вчера посмотрел. У него на изи стоит, это по-любому, блядь. Говнов, ты второй месяц в Дискорде разбанен, блядь. Я вчера заходил в Дес, не могу зайти. Потому что ты дебил, блядь, глупый. Наиглупейшее чучело, нахуй. Создание, блядь. Который, в принципе, калоша, он тупая, блядь, написал Зера, блядь. Вот не иначе, на. Ебанутого уже, блядь, разблокировали, хуй, блядь, когда? Так он зайти не может, блядь. Ёбаный рот, нахуй.
Ой, блядь, идиот, сука. Ну таких идиотов, блядь, вот и вообще днем с огнем не сыщешь, нахуй. Тупее просто не придумаешь, нахуй. Так, ладно, ралли рейд. Что там написано? Колобака. Бум-шакалака. Потому что тебя сама администрация Дискорда забанила, блядь. Так, а может быть мы... Кстати, вот вчера Зера на этой тачке катал, да, ведь, по-моему? Ну да, попробуем. Она ведь охуительная была. Она не такая мощная, как Ариэль, блядь. Вроде как. Но ей поинтересней. В плане поворотов. Хотя... Хотя, кстати, я посмотрел, Ёрш, руль G25, ну, как, у Борисовича не такой был. Это действительно G25, это топовый был руль в свое время, блядь. У Борисовича младше, более младший представитель Logitech'а. Ух, нахуй. Так, ну она не такая быстрая, блядь, а? Как я понимаю, или что это? Или что тут нахуй? Дайте проехать, козлы, блядь. Да ебаный рот, так и на своих тракторах тут, блядь, заебало подлагивать, нахуй. Жарко, что ли, блядь? Так, едем, едем, едем. Уех, нахуй. Ой! Ну как так-то, почему? Давай, ручник, нахуй, все дела, блядь. Вот это вот не мои машины, нихуя, блядь. Не могу, блядь, на вот этих вот, блядь, как баги, блядь, не баги, как их назвать, нахуй. Не могу, блядь, на них по-нормальному ездить. Тут в натуре... Не, могу-то могу, но не нравится, блядь. Вот мелкая пизденка, он едет, блядь. Ебашит. Только кепочку держи, блядь. Хуяк. А мы вот здесь вот поедем. Я зря, наверное, поехал здесь, да? Или нет? А вот и нет. На таких тачках охуительно вот как раз бы на руле было бы, блядь. Чтобы ее чувствовать прям по-нормальному, блядь. А то у нее мощи до хуя, блядь. А все-таки чувствительность у джойстика не такая, блядь, как у руля. Ну, Зерб, смотри, на какой-то сложности играл, блядь. Ты точно на этом самом. На изи играл, блядь. Стопудов, говорю, блядь. Ты прям от них отрывался там за километры, блядь. Зера нам, блядь. Ой-ой. Зера точно, блядь, на изи играл. Куда ты, дурак, блядь, ебану. Пропустил эту пизденку мелкого. Тихо. Все-таки вот на здоровых таких тачках мне больше нравится, блядь. Уйди, сука. Ой, блядь, сейчас въебусь. Нет, не... Ёбаное приключение, нахуй. Я никак убрать не могу, нахуй. О, 74. Так, асфальтик. Асфальтик. Давай, Рихард. Пиздоболишь, Зера, блядь. Ты точно играл на медиум какой-нибудь, нахуй. Ты посмотри, просто летим, блядь, с ним. Да как ты так поворачиваешь-то, блядь? Бля, у меня напрямую, что ли, сделает, нахуй? Да ладно, она. Ой-ой-ой, очень сильно я притормозил, к сожалению. Так, тихо, отпусти газ, там финиш. Да ладно, нахуй! Да ты, сука, чепуха ебаная, нахуй! Борис Шлиц после раскрытия обмана, нахуй. А, Борисович не понимает приколов, нахуй. Не в ту компанию попал. И Барнаул все время на приколы злится, блядь. Просто похож был на 25-ю модель. Но это было из серии G. Так, бля, они все похожи, нахуй. Они все абсолютно похожи, блядь. Так, ладно, поехали. Надо было какой-нибудь Форда взять, блядь. Бля, вот это уже такое вот. Вон справа от меня, белые. Ей, тоже с трубчатой рамой, блядь.
Ну чё, дебильный членосос, когда вебку покупать будешь? Чтоб хотя бы, блядь, попытаться приблизиться к шашлыку, блядь, по уровню развития, блядь. А? Когда будет вебка, микрофон? Отвечай, лысая. Гнида, блядь. Ох, да вообще, блядь, великолепный. Великолепный проход. Мян нахуй. А вроде мы ночью ехали, не? Да куда ты нахуй? Все-таки газик надо отпускать. Отпускать периодически. Так, мы поедем здесь, наверное. Тут все-таки... Хотя, блядь, там с поворота выходить легче. Гораздо. Гарда, давай газ. Оп, нахуй, зашли. Замечательно. Там не отгоняют. Опять, наверное, это маленькая залупка, блядь. Есть. Да, придрочиться можно. Газик отпускать только, блядь. Вовремя. Надо вовремя газик отпускать. И все пойдет как по маслу. Или по вазелину, блин. Кому как, на. Спокуха. Так, где тут? А, все, проехал уже. Где асфальт-то? Асфальт где-то должен быть. Блядь, да ладно, твою мать, я думаю, поворот сейчас будет. Вот, вот асфальт только начался. Блять, не запомнил трассу нихера, блядь. Ладно. Сейчас прочитаю. Сейчас чатик прочитаю, подождите маленько. А то вижу миллион сообщений, нахуй. От трех зрителей, блядь. Так, тормози. Ёж, ты нам расскажешь правду или нет, блядь? Отвечай. Мы все жаждем услышать. Все, норм, нормально. Мало ли едет, как черепаха, блядь. Куда нам до вас-то? Чем сложнее уровень, тем лучше время. Зер, твой прогноз на финал Англии или Италии? Лапша победит. Я не знаю, какую мне вебку покупать для начала. Вот как у Zero X бери, блядь, для начала. Видел вчера вебку, блядь? Вот такая. Я думаю, 1-1 и дойдет до серии пенальти, победит макароники. Вы что, точно отжали деньги? Сто пудов, Зера, блядь. Мы с тобой 1000 месяцев назад предположили, блядь. Сейчас Ёж нам все-таки расколется, блядь. Что у нее? И швабра, блядь, отжала все бабки, нахуй, и потратила на себя, блядь. Так, 15 медалек заполучили. 15 медалечек. Ух, ебать, тут рот. О, Маккан есть. Давай на X5, блядь, поедем, нахуй. Я вот не помню, мы на X5 катали. На Lexus'е, блядь. В таком катали? Да, в таком катали. А, в Mitsubishi, блядь. Где, блядь? Вот. Так. Здорово еще раз, братва, пишет Александр Соболев. Так, ну поехали попробуем. Что это вообще? Я, по-моему, на ней ездил один раз. Но что-то уже не припомню. Понравилась ли мне она? Вот Porsche хорошие, блядь. Что Маккан, что там этот... Что там, Каен, что ли, был, блядь, какой ли? Зера, нихера, деньги есть. 100 штук уже. 100 штук. А чё ты не покупаешь комп-то, блядь? Чё ты комп не покупаешь? Купи уже. На 100 штук-то, блядь. Говнасос странный. Он сраный, блядь, а не странный, блядь. Говнасос чепушило глупое, нахуй. Он, знаешь, как тебя завидует, блядь, то, что... Ты игры покупаешь, то, что стримы сейчас стал устраивать. С вебкой, блядь. Знаешь, как завистью, блядь. Черной завистью тебе завидуют, блядь. Я тебе вот отвечаю вот. Оп, нахуй. Отвечаю, Соболев. Сашка. Говнасос очень завистливый человек, блядь. К
как оказалось, нах. Потому что у него нет нихуя, он нихуя не умеет, блядь, а только завидует тебе, что у тебя все заебись, то, что ты игрушки покупаешь, играешь, стримишь, блядь. А у этого дятла, блядь, нет нихуя, нахуй. И не будет, блядь. Что-то, блядь, не нравится, нахуй. X5, блядь. Или какая-то X6, или блядь. Нет, 5, наверное. Завистливый членосос. Управление какое-то хуильное, блядь. И не едет вообще, блядь. Вот вообще не едет нихуя. Надо было катафалк брать, блядь. На нем прикольно, блядь. Так. А, это два круга у нас, да? Нихуя себе меня там делают, блядь. Нихуя себе. На секунду отстаю, блядь. Дай-ка повернуть мне нормально в этом повороте, блядь. Это очень важно. Сука, так пришлось газ сбросить. Очень важно угол определенный. Определенный держать. Для того, чтобы на нормальный поворот войти. Пока копить буду. За сотку сейчас нормально не возьму. Ты, блядь, и за 200 сейчас... Нет, за 200 нормально возьмешь. Че копить, блядь? Ты сейчас нормальный комп возьмешь. Видеокарту купи какую-нибудь затычку, блядь. Цены, блядь, дешевле не будут, нахуй. Ты сейчас комп возьмешь с 1070 процессором, блядь. Видюху себе какую-нибудь купи, блядь, не знаю, там, 1050, блядь. GTA 5 потянет, блядь. TI, которая, блядь. Она там стоит 15 тысяч, блядь. Чё ты тянешь-то? Пока еще дороже все станет, блядь. Оно станет, блядь. Сейчас еще вам какую-нибудь валюту придумают, блядь. Чтобы на процессоре, блядь. На процессоре, блядь, майнить, блядь. И все, нахуй. И опять с хуем. Саратов остался, блядь. И со шваброй. Лимитный. В проце есть видеокарта. Там в 1070 в проце, блядь, встроенная есть, блядь. Она на всех есть, блядь, даже на наших. С тобой, Зера, блядь. Так. За сотку сейчас соберется весь комп со встроенной видеохой. В проце есть видеокарта. Ну еще полгода и накопит, а ты за всю жизнь не успеешь, говнонасос. Это точно, блядь. Обмудок лысый, ты вообще свое МД говно выкинь, нахуй. Не пизди на Амуде. Я буду пиздеть на Амуде, блядь. Ебаная нахуй. Я, сука, на кухне он, блядь, стоит. Ведро, блядь, на Амуде, блядь, полностью, нахуй. Эх, говно, нахуй. Сука, даже дрова, блядь, невозможно нормально поставить, нахуй. С официального сайта, нахуй. И был у меня еще комп на Амуде, блядь. Такое же ебланство, нахуй. Так, все есть. У меня хотя бы Амуде лучше Саратов. Че, блядь, Ёрш не купит, ибо деньги уже отжаты, а сказать не решается. Возможно. Возможно, Зера, блядь. Возможно, так и есть. Бабки уже потрачены на шубки, чулочки и прочее говно. Так. Есть, еще одна трасса пройдена. Кейп, что там, Кейптаун? О, какой выбор небогатый. А Шкода, вот Шкода, блядь, Шкода вообще пиздатая тачка тут оказывается. Дрова на процессор. На видеокарту. У меня тоже AMD-шная, блядь. Там у видеокарты стоит, да. У тебя на кухне часом не FX? FX, блядь. FX как раз, блядь. Ох, нихуя себе, так, как раз трасса-то вот, блядь, как раз для Шкоды, блядь. Она прям поворотливая. Попробуй скелет Шкоду, блядь. Выглядит непрезентабельно, блядь, но, сука, она рулится, блядь. Так, погоди, надо заново начать. Зер, ты перепил, что ли, коньяка паленого? Мне скрин бабок, что ли, прислать? Давай, как этот, как Борисыч, нахуй, скрин. Стола, блядь. В Германии, блядь.
Бля, Борис, что-то нормальный чел был, блядь. Че, сука? Обиделся, блядь. На нас, дураков, нехуй обижаться, блядь. Особенно на Zero X, блядь. Особенно на Zero, блядь. Все ж, блядь, в шутку, нахуй. Шуточки! В жопе у меня шуточки. Это так прокатывает? Господи, нахуй. О-о-о! Ёбаный рот. Я ж, блядь, потерялся, нахуй! FX, блядь. Да мне его девчонка подарила, блядь, там. С работы, блядь. Я из него, из того, что у меня было, блядь, из того, что это самое. Там в ее компе было, собрал, блядь. Нормальный комп, блядь. Я сейчас... Да ебаный раз. Сейчас хочу из своих старых железок собрать, блядь. Нормальный комп. Да ладно, блядь, застрял, нахуй, прикиньте, блядь. Ебаный раз. У меня 970-я карта лежит, процессор, заебать скины. Надо собрать еще один... Ёж, на карту мне скинь, тогда поверено. Зер, жопка не слипнется? Нет. Ну так FX это совершенно другой разговор. Срезай, никаких проблем нету. Угу. Зер пишет, я никогда не понимал смысл вранья. Так, погоди, рестарт, блядь. Рестарт. Это трасса, блядь, пиздец, нахуй. Так, сколько надо? Минут 16. Это на первое место, да? Минутка 16. Ну, Ёрш, что такого-то, блядь? Ну, просрала у тебя бабки. Вся, все бабы, блядь. Бывает. Чего ж, блядь-то? Ж ничего не поделаешь, на. Да шутим мы, что уж ты, блядь. Зер в последнее время во всем вранье видит, блядь. Так, спокуха. Спокойно. Грибочки, блядь. Там он стояли, блядь, я видел. Грибочки, блядь. Стой, тормози, нахуй. Тормози, сука. Блядь, нормально вообще управление? Вообще охуительно. Самое адекватное по управлению тачка, блядь. Из таких, из хэтчбеков, нахуй. Горячих, блядь. Скоро возьму Рязань, нахуй. Давай, давай, нахуй. Вон, на минуту 0,9, блядь. А надо было за минут 16 ебануть. На 3 звезд... на 3 этих самых, на 3 медали, блядь. Давай, давай. Бери, блядь. Так. Ультракросс. Компирша спустили на труселя и прокладки. Не иначе, блядь. Вот так вот, нахуй. Копил, блядь, всю жизнь сознательную, блядь. На комп, нахуй. То, блядь, ебанули цены, нахуй. На видеокарты, ладно. А тут, блядь, вообще, нахуй. Взяла, блядь, все спустила. Особенно, когда перебьет, Зера особенно сочиняет. Зера, когда перебьет, заговоры во всем видит, блядь. Так, что тут у нас? Где-то тут. Нет, это не более хорошая машина. Что у нас тут? Субар где-то было? Во, вот этот Субар мы катались, говно. А, пилотка. Пилотку можно взять, кстати. А что еще есть? Пыжик 208. Пыжик 208. Да, попробуем. Зер потихоньку копирует очкососа, перейдя на МД. Да-да-да, это зараза. Он заразился, блядь. Говнососским вот этим вот характером, нахуй. Бля, у меня что, монитор, что ли, нахуй? Криво стоит, блядь. Ёб твою мать. Кот нашарудил, блядь. Чё-то. Так, Китай. Это Китай. В Китае неплохие трассы-то, блядь. Го! Итак, три круга. Три круга у нас. Великолепный пыжик. Легкий. Ох, нихуя себе. Легкий. Манёв, на нахуй. А ну пошли вон. Пидорасы. Манёвренный. Оп.
Это что там за подлец, блядь, такой, нахуй? Эй, блядь! На, нахуй! Узнаю стиль Зеры, блядь. Так. Тормози, нахуй. Да ладно, блядь, блядь, слишком широко зашел. Тихо, бамбук, блядь. Бамбук. Это бамбук. Ну, блядь, нихера себе он ебашит, блядь. Ты посмотри, когда-то. Чё я газ тут сбрасывал? Какой хуй? Так, ладно, нормально. На нахуй. О, стиль Зеры, блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Забор, блядь. Аккуратненько. Стиль Зера Икса, блядь. Да куда ты, блядь? Да, что-то не рулится нихуя. Давай, поехали, блядь. А этот гандон на чем там едет, блядь? На чем шпарит, блядь, этот проститут? Блядь, да куда, нахуй? Почему Peugeot так хуёво стало рулиться, блядь? Не понимаю, нахуй. Четвертое место, блядь, хуёся. Второй круг, блядь. Уйдите, суки! Да ёб твою, блядь, хотел повернуть, прям в очко мне заехали, блядь. Эй, спокойно. Тихо. Оп. Сейчас мы кого-нибудь, блядь, догоним, я уж надеюсь, на. На нахуй. Фара, блядь, фара разбилась, прикиньте, задняя. А чего, блядь, почему ее так носит, нахуй? Да это пиздец, а не машина, нахуй. Ну подожди, нахуй. Так, выйдем из гонки, нахуй. Другой что-нибудь. А вот и заборный стиль Малдера, блядь. Ну это единственный прокол. Так, это говно не берем. Субару полнопривод. Может. А, не все полноприводные чипы, да? 4 ВД, да, не все. Ну-ка попробуем мы, знаете, чего? Так. Мой прос будет стоить как комп очкососа, блядь. Ну-ка да попробуем мы миника, блядь. У меня пока хватает RTX 2070 Super, блядь. Ну, это Зера киберспортсмен. Мне 1700 до сих пор за глаза. Хочу на какой-нибудь 5400 перейти при обновлении. Зера выебывается просто. Зера выебывается просто, блядь. Ему нахуй такой тоже не нужен. Так. Киберспортсмен. Так. Бля, нихуя меня закинули, блядь. Что, блядь? Как это? Ебануться, нахуй. Газим. На англо-немецкой машине, блядь. Так, посмотрим, как она рулится на грязи, блядь. Блядь, пыжик говно, нахуй. Поначалу нормальным показался, блядь. Потом что-то хуета, блядь. Блядь, неужели это такой же, да? Что происходит, блядь? Что с машинами, блядь? Так, ладно. Переходим к другой тактике, блядь. К тактике аккуратность. Аккуратность наша все, блядь. Дыц, нахуй. Да. Аккуратность наша все, блядь. Спокойствие. Первый круг позади. Позади. Крутой поворот. Говнасос, когда на студию пойдешь песню записывать с другом, нахуй? Все? Уже? Уже никогда? Ты тогда хотел, блядь, идти, нахуй, песни записывать, нахуй. Там, правда, умерли бы все, нахуй. Так, что-то не то, блядь. Я не понимаю, то ли, блядь, с покрытием что-то, нахуй, то ли что, ли хуй пойми, я вообще не понимаю. Почему так-то, блядь? Почему так машина себя ведет здесь, на этой трассе, блядь? Ни на одной предыдущей такого не было, блядь.
Это пиздец. Как хуже, чем на льду, блядь. Что происходит, на? Блять, третий круг уже, на. Третий круг, мать твою, блядь. Мать твоя, мать моя. Оп, нах, подрезали маленько. Ну, кстати, тоже он на этом самом. На этом гомнице, блядь. Сука, он по внутреннему зашел, пидор, блядь. Пидора кусок. На нахуй. Нихуя себе, блядь. О. Блядь, только не в этот момент, нахуй. Только не сейчас. Да сука! Почему этот... Блядь, это говно у меня опять включилось, нахуй. Как не нужен? Игрульки стали больше 4 ядер. Напоминаю, что это решает планировщик операционной системы, а не игра. Потом покажешь, как повысить производительность игры. Очко завяло. Так, блядь, ёпта мать, это говно, у меня опять включилось, нахуй. Как выключить? Его там в настройках не выключается, я посмотрел. Настройки управления. Ну же я на крестовине нажимаю вверх, и пиздец, у меня включается этот режим, блядь. Из кабины, блядь. Все, уж там финиш был, блядь. Ох, нихуя, выкинули просто в забор, блядь. Как отработанный мусор. Мамонт, ты здесь? Пиши, мамонт. Иначе говнасос сейчас закину, блядь, в дискорд. Или мамонт уже при первом сообщении умер, блядь. От разрыва, блядь, сердца, нахуй. От испуга, блядь. Мам, что-то какое-то в последнее время тихонький стал. Раньше что-то писал, общался, блядь. Так. На работе, может, заебанный, блядь. Ах, блядь, да ладно, нахуй. Ты ебловоз лысый, нахуй. Мы тебе вопрос задали, блядь. Чучело ты ебливое. Ты отвечать будешь на вопрос или нет? Или засышь опять? Все? Записью песни покончено, нахуй. Блядь, я никак не могу привыкнуть к этой трассе, блядь. Это даже не в машине дело, блядь. Это чисто такая трасса, блядь. Ебать колотить, нахуй. Чуть газ вот нахуй передержишь, все, нахуй. Машину просто несет в сторону, блядь. Просто в эту сам, в стену, блядь. Так, все понятно. Они-то, сука, как пролетают, блядь. Так, ладно. Еще последний круг. Хуже, чем предыдущий, но ладно. Прокатит и так. Так, главное только не переключить это говно опять, блядь. Зера сегодня всех, блядь, за это самое. Зачмарил, блядь. Барнаул, блядь, обиделся, блядь, ушел нахуй. Ерша обидел, блядь. Что за Зера, блядь. Скоро забаним нахуй его и все, блядь. Пойдет он к говнососу, блядь. В этот самый, как его... Вольер, блядь. Давай, поехали, сука, есть. Существенно никак. Индусы, нанятые издателями игр за $2 в час, все так заоптимизировали, что проще перекреститься и бросить мысль в ковыряние тугана. Мамонт Хобот не может найти после твоих сообщений. Отпал, блядь. Нехер было уебываться. Зер, сколько перепил коньяка? Отвечай. 0,7. Беги еще в магазин, блядь, пока открыто. Открыт футбол еще сегодня, блядь. Ох, блядь, Зера. Сегодня ты обязан, блядь, еще сходить в магазин, нахуй. Тем более завтра похмеляться, блядь. Целый день, блядь.
Так, Ультра Кросс. Айс. Айс. Ох ты. Айс. Что мы возьмем на Айс? На Айс мы возьмем, я уже вижу чего. Мы возьмем, конечно же, Лансер Эволюшн, блядь. 6, блядь. Это 6? А я думал, 7, блядь. Тьфу, блядь. Завтра будет очень плохо. Завтра будет очень плохо. Плохо-то как. Ох. Плохо-то как. Будет говорить Зера, блядь, в сообщениях нам. Целый день, блядь. Ну, ничего-ничего. Нехер было выебываться. Так, все, Лансер. Тактика на льду очень... очень своеобразная. Так. Вот на льду, кстати, вот лучше Лансера, по-моему, блядь, никто нахуй не едет, блядь. Даже Субар хуже, блядь. Хотя, казалось, в одно и то же, блядь. Они, блядь, похожи, очень похожи, вот эти две тачки. Но, сука, что-то, блядь, в них вот разного есть, блядь. Одна где-то лучше, другая, это самое, одна где-то хуже. Блядь, пизда, ну. Ну, чё вы делаете? Чё вы делаете, сволочи? Чё там, на? На 0.37 ебашну. Уеси, блядь. На заднем-то приводе, блядь. На заднем-то приводочке, блядь. Говнасос, ты заднеприводный? Отвечай, пидор лысый, блядь. Вон Зера у нас в связи с последними событиями скорее всего полноприводный. Так. Отлично, зашли в поворот. Кажется, немедленно, блядь, нихуя. Это было практически идеальное прохождение поворота, блядь. Ох, нахуй, так, тормозим. Так. Блядь, надо вот там справа ехать. Чё-то туплю здесь. На карту нихера не смотрю, блядь. А это очень плохо. На карту надо смотреть. Рассвет, кстати. Рассвет. Субар тут очень паршиво едет. Не пизди. Ты просто ей рулить не умеешь, блядь. Что неудивительно. Что неудивительно, блядь. Даже... Так, тут две топовые тачки прям, просто две, блядь, вот это вот нахуй и Субару, блядь, во всей игре, блядь, как по моему мнению. Блядь, круги какие длинные, ты посмотри, блядь. Замыкая круг. Во, ну поехали мы тут вот с левой стороны. Стоп-лоп быстрее получится, блядь, потому что там с поворота выходить не надо нихуя. Просто, блядь, сейчас газ в пол, блядь. Отлично. Идеально. Сейчас прочитаю. Так, мама там он очнулся, блядь. После дикого, блядь. После дикой потери сознания. Сознания. Касательно, блядь, вопроса о возвращении говнососа, блядь, в Дискорд, блядь. Так. Ах, сука, широковато. Широковато. Нормально, ладно, хуй с ним. Нормально. Блять, а вот тут вот я затупил. Вот тут тупанул маник. Ну ладно, тоже неплохо. Тоже и неплохо. Все, первое место. Говнасос заднеприводный? Отлично. Мы так и знали. Ёж, тебе бы я посоветовал забрать комп на МД, но там видяхи нет. Так, мам, да, я еще тут трофей выбиваю на PS4. Стрим-то я слушаю, на компе идет. А, просто если не пройду на выходных после работы, вместо того, чтобы проходить, будет постоянно клонить сон.
Все ясно. Зера, ты меня красным брендом не заманишь, блядь. Вот сейчас лучше, мне плевать на бренд. Не поддавайся, Йорш, на уловки, блядь. Больше производительность на рубль. Так, поехали. Зера, МДшники не завезли поддержку по типу DLSS на карте RTX. А это минус. Ну, они, кстати, сейчас завезут, блядь. Они сейчас сделали что-то подобие лучей, блядь. Я что-то слышал, читал не более давно. Так, так что я думаю, за DLSS тоже. Дело. Вот это вот. Зере машина не понравилась. Зере, блядь. А тут что у нас есть-то? Джимко. Сейчас мы покажем класс на Брентоли, блядь. Который... Так, мы сейчас про проце. Так, видишь, тоже недавно завезли. Я точно вот что-то слышал, что у них подобие лучей что-то. Ну, неполноценное какое-то, блядь, как на NVIDIA, блядь. Что-то такое есть, но что-то там, блядь, как-то, ну, работает по-другому. И там игры свои, блядь, на эту хуйню, на самом деле. И сколько, блядь, ёпта мать, вот опять этот раз. Там не это самое. Там, допустим, если... А что надо делать-то, блядь? А, кубики собираешься? Серьезно, блядь? А, или чего, блядь? А. Да, походу, блядь. Там своя система у них. И если, допустим, контрол включить, блядь. Контрол, блядь. Случайно, блядь. На этой карте, на МДшной. Работать не будет, нахуй. Там своя поддержка нужна, блядь. Вот, по-моему, то ли две игры, или три, или, блядь, хотят сделать. Вот поддержка именно, чтобы лучей на этом была, блядь. На ебучем амуде, блядь. Это я вниз упал? Хуя себе, блядь. Это такое точно, вот я что-то где-то прочитал. А сколько надо набрать-то, блядь? 4500? Да ладно, блядь. А за сколько? А, за минуту 40. Так, стоять. 1600. А вот это сколько дает, блядь? Нормуль. Так. Ну что, блядь? Так, надо сначала начать. Нет, что нахуй. Сидим на Nvidia, блядь. И будем сидеть на Nvidia, блядь. И на Intel, блядь. Пусть вон всякие зеры, блядь, сидят, нахуй. На амуде, блядь. Так. Муж, как тут сами, блядь? Это муж сами, давайте. Как-нибудь. Так. Ух, блядь, боком пошел, блядь. Хотите? Покупайте, блядь. А мы не хотим. Я уж если что-то и надумаю, блядь, все менять когда-нибудь, нах, ну уж это точно будет не AMD, блядь. Ничего из AMD я не куплю, блядь. Нехороший опыт просто, блядь. Вот и все, блядь. Это отложилось на всю жизнь, нах. Грибочки, блядь. Ну что ты, блядь, кубик ты нахуй пропустил, ебаный рот. Чё-то кубики кончаются, блядь, на самом деле. О, блядь, здоровый. Так, три. Блин, надо было что-нибудь полегче взять там, сюда там. А не этот танк, блядь. Ну, конечно, мощный, блядь, но тут нахуй такая мощность-то не нужна. Как нам наверх заехать? Я пока что не в курсе, блядь. Так, вон, вижу еще один. А, это грипп, да? Тогда не вижу, тогда простите, блядь. Все, я уже не соберу, да? 3400, блядь. Ёб твою мать. Так, мы вот зря, наверное, с этой площадки уехали изначально. Да, там он, кстати, здоровый был.
Так, рестарт. Могу насос спросить, как у тебя в телефоне, блядь. Да. Так, вон кубиков, очень много здесь. Но мы вниз сейчас не поедем нихуя. Сейчас тут покатаемся. Тут до хера должно быть их, нах. А потом уже вниз ебанем. Благо мы теперь знаем, где все это говно, нах, там. Ну, что-то не взял-то, ёптой мать. Так, оп, оп, оп. Оп. Сейчас, сикнем. За кубик сотку даю, да ведь? Вроде да. Вон еще один. Давайте этот возьмем. Блять, очень много. Да как ты, блядь, перепрыгнул-то, ёптую мать. Вон там вдалеке еще есть. Давай, поехали. Ручника нажал, она, блядь, остановилась. Ёбаный рот. Ёбаный трактор. Не для этих задач он здесь. Так, 2500. Теперь вот надо вниз ебашить. 2500 насобирали. А у нас еще... У нас времени нет уже нихуя. Так. Где, где? Вот, вижу. 2900, нахуй. Да ладно, блять, как тут, сука, их собрать-то все, да? 38 секунд. За минуту 3500, блядь, только вот успеваю набрать и все. Ну-ка, погоди, нахуй. Это дрочево. Это дрочево. Потом пройдем, блядь. Возьмем только на другую машину. Давайте еще одну гонку ебанем. Это то же самое, что ли, блядь? Что, здесь поинтереснее, блядь? Допустим, вот это вот. Вот, на лансере опять поедем. На красном. На красном лансере, блядь. Во! Я, кстати, очень так мало ездил по грунтовым трассам на нем, блядь. Наверное, раза два, блядь, всего, на. Все, в путь. Все как-то Субару, блядь, брал, на. Ну-ка. Давайте прочухаем. Всю силу, блядь, эволюшена, блядь. Ну, сейчас ты... Иди нахуй, шлюха говнососская, блядь. Кто тебе писать будет? Идиоту, блядь. Придурок, нахуй. Жизнелагерный, нахуй. Тихо себе. Какие ребятки-то, блядь, шустрые, нахуй. Какие шустрые ребятки-то, блядь. Перекрыл. Дорога, блядь. Ну куда, нахуй? Надо купить дополнение, порвать малдера в щепки, блядь. Купи, блядь. Она сейчас 1000 стоит, ну. Тебе, блядь, не покупалось, нахуй? Когда она стоила, блядь, 400 рублей, блядь. А, ну для тебя это. Нет, это же не деньги для Зероикса, да. 1000, блядь, больше, 1000 меньше. Зеро, вот завтра как раз протвердеешь и пройдешь, на. Какой завтра? Он завтра, блядь, башку с кровати не поднимет, нахуй, весь день, блядь. Будет трястись, как мандавошка, блядь, тропическая, нахуй. И как я охуенно сейчас объехал. Блядь, ничего себе въебучил мне. Будет подыхать просто, на. Как плохо-то, как? Бульончик какой-нибудь он сбацает, будет пить весь день, нахуй. Или пиваса возьмет с утрища, блядь. А потом отлеживаться, нахуй. Что вероятнее всего, так и будет. Завтра, блядь. А, кстати, дополнение за 400-ки можно на стороннем сайте каком-нибудь купить, нахуй. Вау! Да тут коварный поворот-то, кстати, блядь. Очень коварный поворот. Нихуя себе въебали мне тут.
Весь лансер почти расхуюжили. Да что ж такое-то? Ну ебаный рот, проехал по крышам, блин. Всем, блядь. И в канаве оказался. Мне стало нормально. А не 250. Да сейчас, блядь, 250. 430, нахуй, оно. По скидосу, блядь, было, блядь. Я покупал. 250, нахуй. Нет. А без скидки-то косарь, наверное, блядь. Как сама игра. На стороннем сайте, наверное, на каком-нибудь есть за 400-ки. Можно найти. Я думаю. Да, блядь, Кирот, ну что за хуйня, да? Так, фары целые пока еще. Пидоры, блядь, ты посмотри, что делают. Просто, блядь, выживают, нахуй. Из гонки. Гандоны, блядь. Так, искры только летят. Не, ну это Season Pass, я имею в виду. Блядь, ну что ж такое? Season Pass имею в виду. 400 рублей стоит, блядь. Годовой. А само дополнение-то можно из, там, по-моему, 200, что ли, 290. Без скидки, опять же. Или нет ли, блядь? Не помню, блядь, надо глянуть. На что я наехал, блядь? Мало, запускай кино в группе, блядь. Угу. Ребят, всем привет еще раз. Даня, почему у меня ВК не добавил? Плачет говнасос, нахуй. Давай добавлять членососа, нахуй. В ВК. Там стрим не лагает, кстати. Кто смотрит, блядь? Зер. Ответь. Хотя ты плохо уже видишь, блядь. Ну а вдруг, блядь? Вдруг еще, блядь. Щуришь глаз. Ох, красиво, блядь. Ой-ой-ой, вообще великолепно, блядь. Это, блядь, вообще по классике, нахуй. Уже давно рывками? Давно? Частенько лагает. Ну ладно. Надо опять рендерить, пишет членосос. А ты хоть знаешь, что это такое, блядь? Лось глупый, нахуй. А? Хуила, блядь, ты стоптанная. Ты хоть знаешь, что такое? Чепушила, блядь. Тормозная она. Бля, кстати, с этого поворота выпрыгиваешь, очень опасно как-то. И вот здесь вот, блядь, где-то тут коварнейший из поворотов. Вот этот вот. Вот. Коварнейший из поворотов во всей гонке, да. Вот эта молния ебанула, так ебанула, блядь. Все, норм. Сейчас пройдем. Сейчас догоним вот это вот. А может, не догоним. А может, и не догоним. Виталий, какая у тебя фотография в ВК? Он там стоит со своим бывшим парнем и целуется, блядь. Вот такая у него фотография в ВК, блядь. С грузчиком, да. Блядь, ты посмотри, я жму на всех парах, блядь. Я не могу его догнать. На чем он ебашит-то, блядь? Да БМВ, блядь. Да ни в жизни не поверю, нахуй, чтобы М1 так ебашил, нахуй. Нет! На БМВ хуярит, блядь. Нет, Зера сто пудов, блядь, играл на легком уровне, блядь. А может, это дополнение переделанное, блядь, так. Тут, блядь, посложнее, нахуй, я вам хочу сказать. Чем вот предыдущий. Не, он еще догоняет, блядь. Раз 200-й, блядь. Ну ладно, этому можно, блядь. Это же понятно, блядь. У него голая фотография.
Давай, поехали. Так, последний круг, между прочим. Я его, блядь, даже догнать не могу, нахуй. Хуеть, блядь. Просто топлю, нахуй. Так. Надо рискнуть. Надо где-то рискнуть. А где, блядь? Блядь, не видать нихуя теперь уже, блядь. Где дорога? Где дорога? На нахуй. Ну все, нахуй. У меня дверь отвалилась, блин. Охуеть не встать. Дверь отвалилась. Да куда ты нахуй? Не, вот это стало интересно играть, блин. Тут хоть какое-то, блядь, соревнование началось. Блин, третий, нахуй, блин. Так. Рендерить это перезаписывать стрим. Как перезаписывать, блядь? Ёрш перепорол футбол, у него уже начался, ну. Чего, блядь? Даня, нашел говнососа, блядь? Он в группе есть, блядь. Найди говнососа. Ладно, хорош, нахуй, на сегодня, нахуй. Ну, кстати, бульдозер-то, блядь, на 8-м месте, которого мы дрипчили, блядь, в предыдущем дополнении, нахуй. Пройдем. Это с собакой, что ли, блядь? Спрашивает Даня. А вот привычное место Малдера, блядь. Да-да. Иди попробуй, нахуй. Ты там переключи сложность-то, блядь. С изи, блядь, на very hard, нахуй. Посмотрим, блядь, какое у тебя место будет, блядь. Кстати, две звезды дали. Ой, две этих, две медальки дали, блядь. Почему две-то? Я третий приехал. Хуй знает. Так. Все, сколько там еще осталось? Ну, немного, блядь, как раз на стрим. Час 18 играем. Ну и рендерить не больно много получится. Хорош, на сегодня завязываем со стримами. Завтра я постараюсь. Вон Барнаул пришел, блядь, вовремя. Пока, Джей. Салют, пока, Джей. Завтра постараюсь, если может под вечер еще что-нибудь запустим. С вами был Малдер, всем приятного вечера. Хорошего футбола. А сегодня он будет. Я надеюсь. До новых встреч и всем пока.